что мы надеемся, что мы вступим в Российскую Федерацию. Какие еще мотивации вы уже называете? Во-первых, я уже как гражданин России. Я выбрала свою партию, за которую буду голосовать. Я слушала их программы, и мне подошли их позиции. А если не секрет, за кого будете голосовать? Тайное голосование. Тайное голосование. Единую Россию. Скажите, как так получилось, что вы получаете и паспорт, и голосуете? Совпало по датам просто. А причина вашего получения паспорта вообще? Возможность въехать в Россию жить. Вы планируете уезжать? Планирую. А скажите, как, за кого будете голосовать и почему именно? За Единую Россию, потому что считаю наиболее выгодным кандидатом. Ну, буду голосовать того, кого люблю. За Владимира Владимировича Путина. По ситуации. Гражданский долг. Мы вступили в гражданство нашей любимой державы, Российской Федерации, и мы не могли отказать себе в этом праве выбора поддержать ту или иную партию. И тем самым будем продвигать законопроекты, которые предлагает Российская Федерация.